Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор еще одного заказа Faberlic по 9-му каталогу. Итак, поехали. Вместе с вами по традиции буду распечатывать много интересного, много полезного, много новинок лично для меня. Так как в 9-м каталоге у нас с вами нет новинок, он такой же, как 8-й, есть возможность попробовать что-то старенькое, что мы с вами просто не успеваем пробовать. Заказ на 50 баллов, да, в такой маленькой коробке. Вот так он выглядит. Итак, давайте по порядку. Что у нас здесь с вами сверху? Прям это скраб. Скраб, новиночка 8-го каталога, это Clea линейка. Он безумно мне понравился, есть на него подробный обзор. Девчонки, он крутой, он такой вкусный, он такой сладкий. 66-46 артикул, у него достаточно большой расход, вот чтобы как следует и поскрабироваться, и напитать кожу, а он ее изумительно питает, в составе есть масла, но не перегружает ни в коем случае, мне нравится больше всего с водой. На руку кладу немного порошка, сейчас я вам все покажу, кто не видел в предыдущих обзорах. Кладем немножко порошка на руку, вот такая баночка, добавляем немножко водички и на лицо. Это второй или третий этап очищения, да, у нас с вами сначала мицеллярка, потом пенка, либо молочко, либо что-то такое, и потом вот этот скрабик, и знаете, вот даже после него как-то кожа не требует ухода, потому что он обалденный. Он такой шикарный, девчонки, вот мне как раз Faberlic не хватало хорошего скрабика для лица. Вот так он выглядит, это порошок с такими вкраплениями, с безумно крутым сладким вкусом, запахом кокосика с ванилькой, что ли, да? И он сладкий на вкус, он сладкий на вкус, потому что при скрабировании чуть-чуть попадает в рот, а на губы, и там прям такая сладость. И он еще так выглядит классно, хочется его прям зачерпнуть и попробовать. Продукт великолепный, на коже работает изумительно, и очищает, и отшелушивает, и скрабирует, и напитывает. Частичек достаточно много, но расход у него большой, потому что маленький объем. Несмотря на то, что банка большая, внутри видите здесь сколько продукта всего, мало, да? Но цена себя оправдывает, он мне безумно понравился. Так, девчонки, здесь у нас с вами по распродаже по срокам годности. Мы в Телеграм с девочками обсуждали, была крутая. Напомню, до сих пор, кстати, есть, не разобрали. Распродажа по срокам годности, там карбокситерапия, сейчас покажу. И вот такой вот белковый концентрат, он стал еще дешевле. Я первый раз его брала по срокам годности за 200, чем сейчас вообще за 180, по-моему. 210 грамм. Здесь у нас белок в чистом виде. Мы с вами тоже пробовали, есть обзор на этот продукт. Он нормально пьется, вообще нормально, ничего противного. Мне он напоминает смесь почему-то на вкус Крестюшин, да. Ни более, ни менее, то есть не противный, не сладкий, не горький, ни... все нормально. Я по 2 порции пью на ночь с целью похудения. В результатах буду делиться потом. Поэтому взяла вторую пачку в запас, пусть будет. Так, где у нас с вами карбокситерапия? Карбокситерапия, девчонки, по 81 рублю. Это вообще смех цена для этой шикарной процедуры, поэтому, конечно же, взяла. Надо к этим двум шагам набрать масок еще. 81 рубль для этой процедуры, это просто копейки. Артикул 0294, не на всех складах, к сожалению, была распродажа по срокам годности с таким составом, но нам повезло, да, девчонки, кто по 3, кто по 5, по 10, боюсь представить, поскольку набрал, потому что система крутая, я не боюсь, что она там до какого-то июля совершенно, я доиспользую за лето точно, вполне нормально на месте, если она будет просрочена, ничего страшного. А вместе 3 шага работают очень круто. Здесь у нас 2 шага только, да, третий шаг маска. Обалденная система. Сначала наносим первый шаг, потом второй, начинает все пениться. Может пощипывать, может не пощипывать. У меня по-разному. У меня иногда от маски третьего шага сильнее пощипывает, от первого нет. Результат. Кожа очищенная, кожа выглядит свежо, ухоженно, подтянуто, то есть вот, восторг. Я на лето от всех кислот отказалась, даже от тоников кислотных не хочу. А вот карбокситерапию буду интенсивно, прям минимум 2 раза в неделю пользовать, потому что теперь вот такой вот запас, у меня еще там одна в запасе нашлась в ванной, скажем так, да, поэтому вещь классная. Так, тарелку, все, собираю себе посуду, потому что очень нравится, потому что надо много ее. Ходим на шашлык, берем вот эту посуду, изумительно. Она легкая, в то же время экологичная. Из экологичной посуды есть вообще приятно. Эта тарелка круглая, в артикуле 910-365, волокно пшеницы 45%, полипропилен. То есть вот такой вот состав классный, и ее можно использовать в микроволновке, она прекрасно моется, никаких нареканий. Я прям в восторге, мне нравится этот оттенок, он гармонично смотрится, поэтому хочу собрать по максимуму. Цена у этой посуды тоже адекватная. О, девчонки, теперь трусишки. Трусишки из новой коллекции, захотелось посмотреть, потестить, если понравится, буду еще брать. Нормальная тоже цена.
артикул 920-676. Это трусы слипы в размере XL. Я взяла XL, это где-то 50-52, если я не ошибаюсь. По размерной сетке Faberlic. Состав 92 хлопок, 8 эластан. Давайте смотреть. Взяла слипы, хотела еще завышенную талию взять. А потом думаю, вдруг не понравится. Сначала одни, потом, если понравится, возьму другие. Ой, хорошенькие трусики. Слушайте, тут этикеточка такая красивая. Вот такие вот трусики нормальные вообще. Они даже с завышенной талии, нет, наверное, не буду брать, потому что вот эти достаточно высокие, смотрите. Здесь вверху резинка, она пришита, пришита аккуратненько. Она очень такая мягенькая, знаете, как велюровая. Не просто обычная резинка, а очень такая вот мягкая, мягкий материал. Внутри у нас с вами тоже вот такая вот этикеточка. Размер XL, видно вам, не видно. Еле-еле видно тут сереньким, изнутри только видно. Faberlic Cotton Collection. Здесь 92 хлопка, 8 эластан. Написано прямо вот здесь, вот выбито на самих трусиках. Представляете, ластовица вот это вот, все здесь как бы есть. Ластовица, гигиеническая защита. Не снимайте защитную пленку до тех пор, пока не уверены, что изделие вам подходит. То есть трусики тоже можно померить, если не подошли, сдать. Но я уже вижу, что это мое, поэтому снимаю, все отлично. Все супер. Этикеточка здесь прям, смотрите, как все делается, как будто вот люкс-бельишко, да? И у нас внутри с вами черная надпись, а снаружи серенькая такая, светленькая. Слушайте, классный, очень приятный. Очень приятный на ощупь, вот тактильно, очень хороший, качественный хлопок. Они тянутся прям до безобразия, да, поэтому я думаю, точно не маломерят, да? Так, дальше. Еще распродажи по срокам годности были патчи для губ из серии Beauty Lab. Я их никогда не брала, потому что мне, честно говоря, жаба душила за один патч для губ такие деньги отдавать. А тут они что-то по 18 рублей, девчонки, ну тоже смех. Взяла 3 штучки. 0,296 артикул. В следующем видео будем с вами делать. Интересно, что за продукт, да? Так, дальше, девчонки, взяла брашинг. Брашинг Faberlic. У меня много в своей жизни было брашингов, и я могу оценить, как бы мне самое главное, что в брашинге, чтобы он не цеплял, не рвал волосы. Таких очень много на самом деле, да? И это важно. Тут немаловажный фактор, как сделана ручка. Так, артикул 910-268. Я вообще больше люблю скелетными расческами сушить. Ну как, одной скелетной, она у меня уже много лет. Я именно с ней делаю укладку. Но брашингом лучше укладываются кончики все равно. И скелетная расческа Faberlic у меня тоже есть. Она мне не нравится. Размер не подходящий совершенно для укладки, просто для расчесывания. Да? Моя скелетная, она такая узкая, ей можно и прикорневой объем хорошо придать. Faberlic нет. Мне не понравилось. Но она стоит просто как расческа. Решила потестить брашинг. Так, артикул я вам сказала 910-268. В следующем видео тоже с вами как-нибудь замочим укладочку. И не найду даже, где открывается, который запечатывается. Пошуршала, девчонки, немножко. Вот так он выглядит, но он колючий. Колючий, я не знаю, будет цеплять волосы, не будет. Здесь силиконовая ручка, здесь просто пластик. Вот тут пластик, вот сюда обычно иногда, но обычно иногда волосы могут попадать и цепляться при сушке. Но так вот, по первым впечатлениям, вроде не дерет. Знаете, вроде не дерет. Хотя они вот эти штуки достаточно колючие. Но будем делать укладку уже на мокрых волосах, как-то на влажных будет лучше видно. А так вроде неплохая. Посмотрим. Здесь тоже такой интересный пластик покрыт какой-то матовой штучкой. Будем тестировать. Так, дальше поехали, девчонки, по программе Faberlic VIP. VIP Faberlic взяла Доброген, опять собираю. У меня сестра, как раз у нее 3 штуки, я и набрала на курс. Сейчас маме, это будет вторая. Потом уже к осени буду набирать себе, тоже пробовать этот напиток, да. Сестра сказала, что никаких изменений не заметила. Она пьет вторую пачку. Но у нее достаточно серьезное заболевание, связанное с суставами. Аутоиммунное, да. И она не заметила. То есть ни хуже стало, ни лучше, никак. Вторую пачку вот она сейчас пьет. Возможно, эффект будет попозже. Не знаю, потом как мама даст отзыв, тоже расскажу. 157,29 артикул. По VIP выходит дешево. 690 рублей, по-моему. Так, взяла, девчонки, мусс для интимной гигиены. Я последний год, наверное, точно, с момента беременности, значит, уже гораздо больше, пользуюсь детской подмывашкой, но все-таки существует мнение, что лучше использовать средства, которые содержат молочную кислоту или что-то такое. Я взяла просто потому, что надоело, хочется чего-то новенького, да, потому что вот в эти мифы всякие я не верю, возможно, это даже маркетинговый ход, вообще хозяйственным мылом советуют подмываться женщинам, да, а другие, наоборот, говорят, нельзя, как наши бабушки, мамы подмывались, и ничего, все отлично, все прекрасно, поэтому это все такая хрень. Так. Артикул 2068. Мусс для интимной гигиены. Еще раз решила его потестить, потому что средство не в виде мусса из этой линейки, а в виде геля. Оно мне идеально подходило. А мусс один момент, он у меня сушил. Сушил слизистую, поэтому
взяла еще раз. Я всегда даю средствам какой-то шанс, потому что мнение повторное может быть совсем другим. Вот совсем другим. От различных факторов все зависит, от окружающей среды, от состояния нашего организма. Поэтому буду пользоваться. Если опять будет сушить, то значит на этом средстве ставлю крест. Так, что взяла дальше? Взяла одну из любимых солей. Взяла соль, короче говоря, датскую подкопченую. Вкусненькая, потому что нравится. Она 30% меньше натрия, она мало-мало соленая. 161,45 ее артикул. Пониженное содержание натрия во всех видах соли, фиберлик, да, и к ней нужно привыкнуть. Сначала кажется блюдо мало соленое, но потом нет, привыкаешь. Я, например, уже как-то в гостях, или кто-то что-то приготовил, на шашлык идем, кто-то там одно приготовил, кто-то третье. Мне везде у всех все пересоленым кажется, честно. Так, дальше, девчонки, БАДы. БАДы интересные. Первый масок Фаберлик. Я его так и не пила, и не пропивала, потому что у меня как бы таких вот проблем нет и не было. Но сейчас решила, потому что, девчонки, многие говорили, что он период критических дней, да, проходит как-то более безболезненно. Я не скажу, что у меня болезнь, но он проходит. Но есть ощущение как бы в районе шрама, да, от кесарева такие неприятные. Но это, скорее всего, масток тут не поможет. Но захотелось, потому что никогда не пила, хотела понаблюдать, посмотреть. И масло льна, экстракт брокколи, вообще это вещь классная. И масло чиа. Здесь 30 штук, и мы будем их с вами пить по одной капсуле два раза в день, независимо от еды, потому что не указано. Да, интересный продукт. Многие очень девочки нахваливали. Я БАДы Фаберлик люблю. Я их уважаю, я им доверяю. Здесь у нас все с вами зафольгировано. Ой, они вот такие зелененькие. Пахнут нормально. Даже брокколи не пахнет, поэтому вполне себе. И решила попробовать БАД Биосил. Он, кстати, приходит полностью в пленке, запечатанный. С девочками в Телеграм разговаривали, девчонки очень хвалили для волос и ногтей. Но его сейчас на нашем складе нет. И я взяла красоту кожи. Сейчас слюду сниму, потому что вся банка заслюдирована. БАДы Биоси, они дорогие. Но за них дается и высокий балл. Так, 208-104 артикул, он был на самой пленке. Интересно. А, 81-04 на самой банке. Еще интересней. Красота кожи. Витамин Е, цинк, L-карнитин. Сейчас, девчонки, посмотрим с вами состав целлюлозы, экстракт цинка, дактальк. Что тут полезного-то у нас, господи? Ликопин, мальтодексин, титанодиоксид, полиэтиленгликоль, желтый железоокисный. Причем просто желтый железоокисный. Кто? Непонятно. Железооксид красный, селексен. Что-то я тут практически ничего не знаю. Написано витамин С и Е, С. Я не вижу С тут в составе. Интересно. Будем пить, девчонки, будем смотреть, расскажу вам красота кожи. Если для красоты кожи, я просто так подумала и решила, да, то, возможно, скорее всего, он будет влиять на волосы и на ногти. Но ногти мне не надо, я их делаю специалисты, да. А вот волосики, чтобы побыстрее росли, хотелось бы. Может быть, так оно и будет. Здесь, кстати, ватка вверху. Интересно, как БАДы Фаберлик, прям как лекарство закрывает. Так. Зачем такую банку огромную делать? Там и половины нету. Вообще не понимаю. Пахнет нормально, каким-то даже вот витаминно-фруктовой одушкой почему-то. Ну, буду пить, посмотрим. Они у нас с вами пьются в качестве биологической активной добавки. Дополнительный источник цинка, ликопина, селена и витаминов С. Я взрослым по одной таблетке два раза в день во время еды. Один месяц. Курс приема. Повторить при необходимости. Здесь их 65 штук. То есть на месяц. На месяц как раз пропьем, посмотрим. Так, дальше, моя хорошая, что у нас тут с вами интересного? У нас тут интересный с вами ароматический спрей Аромио. Вместо освежителя. Взяла Биоси, которую взяла вонючий, да, просроченный. Не просроченный, вернее, прогорклый. Артикул 1066. И это у нас с вами баланс. Я баланс, по-моему, еще не брала ни в каком виде, но мне безумно нравятся вот эти спреи. Цена у них там, в отличие от масел и диффузоров, адекватная. Поэтому беру, мне нравится, очень нравится. Ой, обалденные. Они все обалденные. Все, какие я брала, не все обалденные. У них очень интересная парфюмерная душка. Прямо такая вот парфюмерная, изысканная, дорогая. Они не пахнут ни в коем случае какими-то определенными маслами. Здесь такая композиция. Ой, с ландышем какая-то композиция. Но мне, по крайней мере, напоминает, что здесь есть ландыш. Очень классно, свеженькое. На лето сейчас прям подойдет.
Вообще классно. Здесь есть, конечно, в составе эфирные масла, здесь все это есть, но, допустим, мне не все эфирные масла нравятся в чистом виде, особенно когда они бьют в нос. А здесь прям вот композиция, и очень классная. Элегантный отель, выходной день, кажется бесконечным, босиком возвращаешься в спальню, проваливаешься в объятия белоснежных хлопковых простыней. Да-да-да. Чистый классный аромат, и знаете, какой-то парфюм даже напоминает. Он свежий, и в то же время цветочки здесь какие-то есть, вот такие вот, зелень есть, свеженький, классный-классный. Вот сейчас на лето прям советую, баланс, девчонки, артикул я вам уже сказала. Ой, какой обалденный, с удовольствием прям в доме буду распылять, и он держится дольше в воздухе, гораздо дольше, чем освежители водные Фаберлик, поэтому, конечно, я в последнее время предпочтение отдаю ему. Так, еще взяла одни наклейки, потому что Ксюше понравилось, ей понравилось, она любит с ними играться, ей понравилось ее подружкам, они прямо клеиваются. 38-26, на них есть тоже подробный обзор, долго останавливаться не буду. Взяла в запас тушь, свою любимую, First Class коричневую, артикул 5372, в прошлом заказе вы меня увидели, пока вкусная, хорошая цена, а цена на нее, кстати, снижена, взяла тушь обалденная, она сейчас на моих ресничках, она на моих ресничках каждый день уже на протяжении долгого-долгого времени. Дальше взяла вот такой вот крем La Creme. А знаете, почему взяла? Здесь интересный состав. Крем для лица, рук и тела, обновляющий ароматный уход с персиком, молочными протеинами. Здесь в составе есть компоненты, которые мне импонируют, которые мне подходят. Сейчас скажу, какие, девчонки. Здесь глицерин, это все понятно. Здесь есть мочевина. То есть смягчающий эффект, смягчающий прям хороший эффект от этого крема должен быть. И мне его нахваливали мои девочки-консультанты. 79-69 артикул, здесь 150 мл. Я его, по-моему, так и не брала ни разу. Даже когда он появился, он приходит вот так зафольгирован. Мне было очень интересно его потестить на ножки, на ручки, да на все тело после душа. Тоже такие банки делают, огромные средства, полбанки. Он густой. Ой, как классно, персиком пахнет. Персиковым мажителем, девчонки, пахнет. Очень приятно. Натуральная такая душечка, нехимозная. Нехимозный персик, видите, какой густой. Он даже не вываливается, не падает потихоньку-потихоньку. Так вот перетекает густой и напоминает прям такую сметану. Не 20, даже 30% по консистенции. Классно. Состав понравился у крема, я на него бы не обратила внимания, но мы как раз искали Фаберлик крем с мочевиной, и он нашелся. Ой, он прям вот на коже начинает таять, да, такой легенький получается, хотя кажется, что тяжелый. Ой, какая тушка классная. Начинает на коже таять, и очень хорошо, я вам скажу, увлажняет. Да, мне пока нравится. Здорово, прям разница большая. И аромат обалденный. Если он еще на коже будет подольше оставаться, вообще этому крему прям зачет. Мои хорошие, вот и все. Пришел каталог новенький, что очень-очень круто. Будем вместе с вами листать. Там новиночки такие классные. И будет опять еще 500 рублей, да, для новичков. Акция вообще классная. Компания, она заботится не только о нас, а о новичках, обо всех. И для консультантов сейчас акция. То есть можно денежек тоже заработать. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы, регистрируйтесь, ссылка всегда под видео. Я с вами свяжусь, буду вам помогать, все объясню, все расскажу. Никаких обязательных заказов, никакой навязчивости, все на лайте. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю, целую. Всем пока.